Поздравляю вас еще лично с избранием на высокую должность представителя правительства Армении. В начале нашей встречи хотел сказать, что мы рассматриваем это, как хорошо всем известно, Армению как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, это касается вопросов безопасности. Вы знаете, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, это более 25%. Российские средства вложения составляют 35% всех иностранных инвестиций в Армении. У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота на 25% и опережающим темпом растут поставки сельскохозяйственной продукции Армении на российский рынок. Рост составил за предыдущие месяцы 30%. В общем, это очень хорошая динамика. Я рассчитываю на то, что нам удастся не только это сохранить, но и приумножить. Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства. Надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это и было до сих пор. Мы будем также активно работать на международной линии, в международных организациях, начиная с Организации Объединенных Наций, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, заканчивая нашими региональными организациями и в сфере безопасности, в сфере экономического развития. Владимир Владимирович, спасибо за теплые слова. Очень приятно, что буквально через несколько дней после того, на пост премьер-министра Армении у меня есть возможность встретиться с вами, потому что я думаю, что есть кое-что пообсуждать, но есть еще кое-что, что не нуждается в обсуждении, это стратегические отношения между Арменией и Россией, и это в принципе я могу заверить, что по этому вопросу в Армении, можно сказать, есть консенсус, и никто никогда не ставил, и я думаю, что не будет ставить под сомнение важность стратегическую важность армяно-российских отношений, настроений, и у нас есть большая энергия дать новый импульс нашим отношениям и в политическом смысле, и торгово-экономическом смысле. И мы надеемся развивать наши отношения в военно-технической отрасли и в других отраслях. Сейчас очень много туристов из России приезжают в Армению. Это очень приятно. Я думаю, что очень нравится российским туристам. Нам тоже очень нравится, или столько туристов в Ереване. И я хочу сказать, что мы очень высоко ценим ту балансированную позицию, которую Россия имела в ходе нашего внутриполитического кризиса. И я думаю, что это была очень конструктивная позиция. И это высоко ценится вообще не только со стороны нашего правительства, но и вообще в армянском обществе. Еще раз позвольте вас поздравить с прошедшими праздниками. Было очень интересно проследить за майским парадом на Красной площади. И это вообще любимое зрелище в Армении, парад 9 мая, и мы очень впечатлены теми достижениями, которые сейчас имеют российские военно-промышленные. Спасибо вам.